Всем привет, с вами как всегда Джамбу Макс, и сегодня мы поговорим о новой подписке для PlayStation, которая, по слухам, станет неким ответом на подписку Xbox Game Pass. Перед началом видеоролика попрошу на видос поставить лайкусик и подписаться на канал. Также не забывайте забирать подписочку Optimum для онлайн кинотеатра Ока, с помощью которого вы сможете смотреть фильмы и сериалы целых 35 дней всего лишь за 1 рубль. И сможете это сделать при помощи смарт-тв, смартфона, PlayStation и даже Xbox. Если что, ссылочку на активацию я оставлю как всегда в закрепленном комментарии. Все мы знаем про замечательно выгодную подписку Xbox Game Pass, которая всем обладателям Xbox и ПК предоставляет возможность играть в кучу старых, так и новых игр от Microsoft и сторонних разработчиков. Многие игроки от этого сервиса просто без ума, поскольку это реально очень выгодное предложение как и для старых, так и для новых игроков, у которых Xbox это первая консоль в линейке этого бренда. То есть предположим, что у вас никогда не было консоли, а вы купили Xbox, просто оформляете подписочку Game Pass и становитесь счастливым. Несмотря на то, что многие не верили в успех подписки Xbox Game Pass, нынешняя ситуация показывает обратно, и даже Sony решил сделать некую ответочку. Вообще, слух о подписке от Sony появился давно и если кто-то не помнит, то кодовое название ее Спартакус. Про подписку есть что, до сих пор нету каких-то официальных подробностей, что и как будет, но в сети гуляет слух о четырех уровнях новой подписки, о которых мы сегодня и поговорим. И поскольку это все неофициальная информация, вы должны сами понимать, как ко всему этому относиться. Вот в принципе то, что гуляет по сети. Как мы видим, у плойки будет якобы четыре уровня подписки, которые по нарастающей будут открывать больше возможностей. Сразу скажу, что идея уровней сама по себе ну, типа клевая, ибо каждый игрок сможет выбрать то, что ему нужно. Но, как мы все знаем, скупой платят дважды и чаще всего в таких моментах проще взять максимум и не париться. В общем, за первый уровень, а именно PlayStation Plus бронзу, с нас возьмут 10 баксов за 3 месяца и предоставят нам доступ к бесплатным онлайн играм и демо-версиям. Честно, даже смотря на подобный вариант, мне не очень в принципе понятно, почему демо-версии должны быть вообще по подписке. Насколько я знаю, на том же Xbox демо-версии это версия, которая доступна абсолютно Всем и без какой-либо подписки. На плохие, если я не ошибаюсь. Так же. И чтобы продавать то, что по сути должно быть бесплатным для всех, как мне кажется, очень странным. Я прекрасно понимаю, что это сделано для повышения стоимости по типу чуваки, смотрите, 10 баксов и за это, и за то. Но опять же, очень странная политика. Да, можно предположить, что будут какие-то, может быть, эксклюзивные демоверсии, но опять же, это демо и как-то включать ее в подписку, но ну, реально странное решение. Три раза уже сказал странным, но так оно и есть. Второй уровень это PlayStation. Plus Серебро тут уже с нас займут 30 баксов за 3 месяца, а также дадут доступ к сетевым играм бесплатным демоверсиям и плюс к этому дадут потоковую передачу игр. И как я тут понял, Sony, видимо, делают некий ребрендинг PlayStation Now, который за своей концепции почти нигде не упоминается, как какая-то годная подписка. И, видимо, подобный шаг подтолкнет подписку сделать чуть популярнее. Как по мне, просто логика здесь простая, ибо к серебро именно PlayStation плюс серебро подключается с потоковой передачи, которая по большей степени, видимо, и является тот PlayStation Now. Кстати, хочу хочу напомнить, что PlayStation Now, ну, то есть данная подписка, это уже якобы аналог геймпаса, который совершенно также вмещает в себя множество игр и иногда пополняется новыми. Но данный сервис, на мой взгляд, практически не идет сравнение сравнении с геймпассом, ибо подписка от Microsoft содержит больше проектов, попавших в нее в день релиза. Следующий уровень это PlayStation Plus золото. Тут с нас возьмут уже 40 баксов за квартал и дадут доступ к онлайн играм, бесплатным демоверсиям, потоковой передаче и как бонус дадут бесплатные игры каждый месяц, ну видимо подборку PlayStation PlayStation Plus и ежемесячные скидки. Тут мы можем понять, что по сути в золотом уровне нам просто подвезли все функции PlayStation Plus, которая, напомню, стоила именно вот столько, но об этом чуть позже. И самый последний, видимо, самый крутой уровень, который будет называться, это будет PlayStation Plus Platinum, как они любят это слово. И будет он стоить 60 баксов за 3 месяца. Дадут также доступ к онлайн играм, бесплатным демоверсиям, и передачи играм, бесплатным играм каждый месяц, ежемесячные скидки и какие-то эксклюзивные приложения. PlayStation Store. Тут я могу предположить, что какой-нибудь, наверное, скидон для самых новых проектов. И ко всему этому добавят потоковую передачу игр PlayStation 3, PlayStation 4 и PlayStation 5, видимо, полноценный сервис PlayStation Now. И смотря на все это, у меня вывод лишь один. И он вот такой честно, после ознакомления со всеми этими, хоть и неофициальными предложениями, я и не понял, в чем их смысл. Не понял вообще надобность в них, и самое главное, я не увидел какого-то сногсшибательного ответа подписки Xbox Game Pass вообще. Самый прикол и, пожалуй, сильнейшая сторона подписки от Microsoft заключается в попадании большого количества проектов от сторонних разработчиков и попадании в день релиза абсолютно всех игр от Microsoft, то есть эксклюзивов. Кстати, поскольку у нас в данное время нельзя просто так приобрести подписочку Xbox Game Pass, советую вам обращаться к проверенным ребятам, которые помогут вам ее оформить, ну а также приобрести любую игру для Xbox One и Xbox Series, и ссылочку на них я оставлю в описании. Sony навряд ли предоставит так, как это сделали Microsoft, да, там будут сторонние проекты, ибо в PlayStation Now они уже туда попадали иногда, но игр по типу Good of War, Человек-паука 2, Horizon там будут вряд ли, ну, конкретно в дату релиза. И если это действительно так, то у меня вопрос, а смысл всего этого тогда? Единственное объяснение я вижу лишь, наверное, выкачки денег, используйте или путем разбивания функций на уровне. Если же раньше ты мог купить подписку PlayStation Now и юзать потоковую передачу, или там купить только PlayStation Plus и забирать только игры по плюсу, то сейчас, чтобы юзать потоковую передачу абсолютно всех игр из списка, тебе нужна платина. Конечно, может быть, я ошибаюсь насчет всего этого, поправьте меня в комментах, конечно, но я пока вижу это так. К примеру, давайте еще возьмем ценник на PlayStation Plus золото, который якобы будет стоить там 40 баксов на 3 месяца. Сравним его с PlayStation Plus на сегодняшний день, да, и можно понять, что уровень золота по функциям это и есть PlayStation Plus, кроме, конечно же, стриминга. Но за счет стриминга соизвольте заплатить еще на 16 баксов дороже. Я в начале ролика говорил, что в целом идея разделить на уровне это клевая тема, если бы люди при помощи этого могли бы экономить или пользоваться теми функциями, которые им нужны, как ну по типу теле 2. Но исходя из данной информации, экономия получается странная. Ибо при надобности получать, например, игры по плюсу, игры в онлайн, на предоставление скидок, мне получается надо будет заплатить больше, имея при этом функцию, которая скорее всего даже не будет доступна у меня в регионе. Вот, кстати, к этому у меня очень большой вопрос. Предположим, что Sony все-таки возвращается к нашему рынку, все хорошо, но того самого стриминга у нас по сути не было и вряд ли будет. И исходя из этой вот инфы получается, что многие будут платить больше за то, что у них попросту недоступно. И как тогда это получается? Да, если будет перерасчет, то без проблем. Но как по мне это все равно очень странно. В общем, по первому впечатлению довольно странный ребрейдинг, Если, конечно, я его правильно понял вообще. Но опять же повторяю, это лишь слух, который может быть и вовсе быть по факту не такой. Единственный может быть плюс в новой подписке, если они в самую дорогую подписку либо добавят скидки на новые AAA проекты. Мол, пользуйся теми функциями, на что и до этого пользовался, но держи еще и скидочку на тот же там новый бог войны. Это прикольно. Или там просто дадут доступ ко всем играм эксклюзивным, как Xbox. Но Sony не раз заявляла, что они на такое не пойдут, и в целом это нелогично для их игр, потому что они больше направлены на сингл. Если что, официальные подробности новой подписки мы узнаем совсем скоро, и слухи подсказывают, что это произойдет до конца марта, а именно на этой неделе. Я очень надеюсь, что на слух не повторится на 100%, и Sony все-таки придумает более лояльную стратегию, для того, чтобы попробовать обыграть подписочку Game Pass. Ибо если они сделают, то Microsoft должна будет чем-то отвечать, и вот эта вот конкуренция это все-таки залог успехов, в которые пользователи чаще всего получают все лучшее и лучшее условия. Кстати, предлагаю все это обсудить с вами в комментариях, и напишите, как вам новые уровни подписки, какой бы уровень оформили бы, и как вы ее воспринимаете по сравнению с Game Лично я считаю, что это очень слабая ответочка. В общем, на этом у меня все. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, обязательно пишите свое мнение в комментариях, и спасибо за просмотр. До новых встреч.